Артрит – это воспаление сустава. По своей этиологии он может быть инфекционным, связан с попаданием микроорганизмов в полость суставов и ответной реакцией организма на их попадание. Также бывают специфические виды артритов, такие как ревматоидный артрит, псориатический артрит, реактивный артрит, подагрический артрит, артрит после травмы, артрит на фоне артроза сустава. Для диагностики артритов используются как исследования суставов, такие как ультразвуковое исследование, резонансная томография, рентгенография, так и исследование реактивности организма в виде анализов крови, общего анализа крови, исследования цирреактивного белка, а также исследования, которые помогают выявить специфические виды артритов. В нашей клинике при лечении артритов мы используем комплексный подход. Используется мануальная терапия, остеопатия. Их целью – восстановить подвижность суставов, уменьшить напряжение ткани вокруг сустава. С успехом используется иглорефлексотерапия, физиотерапия, гирудотерапия. Также часто приходится использовать медикаментозные методы лечения в виде противовоспалительных препаратов, которые могут применяться как местно в виде аппликаций, блокад, инъекций около сустава, так и системно в виде таблетированных форм, капельниц. Кроме того, используется в восстановительном периоде лечения артритов лечебная физкультура, используется ортоплазма.